Ты великолепна. Лети! О, ты заляпал морковь кровью? Я умру? Да, возможно. Бабуля! С Рождеством вас! Ты еще жива? Да, похоже на то. Боже, а не рано. Тони и Саймон ограбили заправку. О, вот прикол. Мы безбашенные преступники. Было так здорово. Мы стареем. Мы всегда старели. Каждому по картофелине. По одной. Кто смотрел «Речь королевы»? Да она сейчас в каком-нибудь бункере. В окружении консервов и собачьей еды. О! Выпьем за совместные жизни. За наших прекрасных детей. За милых друзей. Да упокоимся мы с миром. Да. Думаю, нужно быть честными с детьми. Русские желают нам смерти. Они пошлют ядовитый газ, чтобы убить нас всех утром. Это не русские. Это планета. Это очень печально. Пойми, это убьет все и вся, что еще не умерло. Зря не поддержали Гринпис. Мы хотим убедиться, что вы понимаете, что как ваши родители, мы не виноваты. Естественно, и вы тоже. Я ни за что на свете не буду так жить.